Всем привет, с вами Собин Михаил, и сегодня выпуск о том, как узнать темп у композиции. Просто часто сталкиваюсь с этим вопросом. Ну, на самом деле ничего сложного. Опытные чуваки наверняка знают, как это делать легко и просто. Я, например, это делаю с помощью Fine метронома. Здесь есть такая кнопочка Tab. Ну, на самом деле у меня уже было видео чем-то схожее по тематике, но здесь вот такое будет коротенько, чисто вот как по-бырому узнать темп практически в любой композиции. Почему практически? Ну, просто большинство современных треков, они пишутся под конкретный клик. Ну, могут быть какие-то варианты, там, куплет один темп, там припев чуть побыстрее или чуть помедленнее, где-то там ускоряется, где-то замедляется. Но в основном, как правило, один темп идет во всей песне. Это не то, что раньше там, грубо говоря, на репетиции записались, вообще даже у барабанщика метронома нет в ушах, и тогда там, конечно же, темп так или иначе плавает сам по себе, хотят того музыканта или нет. Так вот, буду показывать на примере своих треков, чтобы меня там YouTube не забанил по авторским. Ну, не знаю, к примеру, там, вот эту давайте включим. Вот, трек идет, и я начинаю как бы ритм настукивать вот по этой кнопочке. Вот здесь получилось 170, там, естественно, может что-то варьироваться, то есть где-то вот так, да. И лучше всего метроном. Сейчас вырублю пока. Метроном лучше всего поставить, чтобы он у нас стучал чисто четвертями. Конкретно в этом метрономе вы нажимаете Ctrl-1, у вас четверти. Ctrl-2, восьмушки, триоли, ну и так далее. То есть удобно очень менять размер. Значит, смотрите дальше. Ну, допустим, вы не уверены, да? Вы стукаете там то 168, то 172, то 170. Ну, трек включаете. И пытаетесь в сильную долю запустить метроном. Ну, то есть слышно, что метрономчик у нас начинает отставать. Чуть-чуть прибавляем. То есть нужно, чтобы промежуток достаточно большой, у нас метроном совпадал с треком. Видите, опять метроном отстает. Ну, пробуем 170. Ну, как видите, вот, в данном случае у нас темп 170. То есть, явно, да, он не спешит, не отстает, то есть все время идет четко вдоль. То есть если мы поставим там 170. Слышно, что он начинает вперед уходить. Но, естественно, бывают всякие треки из разряда там темп 170, там, точка 3. То есть такие тоже бывают. То есть, ну, это уже в каком-нибудь Кубейсе там можете доподбирать темп. В принципе, на этом все. С вами был Собин Михаил. Если вам этот урок оказался полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь. Кстати, на днях мы тут с ребятами выпустим клевый гитарный кавер совместный. То есть там чуваки из разных городов, и мы вот так вот дистанционно мутанули прикольную темку. Ну, в принципе, скоро все увидите. Все, всем пока.